Федор Егорович Ватутин родился в 1910 году. Его семья на Дальний Восток переселилась в 30-х годах. Трудовую деятельность начал бригадиром колхоза имени Ленина. После окончания Великой Отечественной войны он прибыл в село Новое, где с 46 по 71 годы он стал председателем колхоза «Трудовая Нива» в селе Новое Ленинского района ЯО. Именно на этот период приходится расцвет хозяйства. При Ватутине в селе была построена школа и клуб. По воспитанию односельчан Федор Егорович был личностью сильной и мужественной. Силами колхоза в районе была построена своя электростанция, гараж на 9 автомашин, лучшая в районе мельница, свинарник, конюшня, птичник, а также многое другое, что требуется в сельском хозяйстве. Колхоз «Трудовая Нива» продолжал оставаться лидером в производстве сельскохозяйственной продукции в ЯО долгие годы.